Я читаю 42 главу из книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняющие Его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад!» Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его? И Он излил на них ярость гнева своего и лютость войны.
Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем.